Что, друзья, всем трудовой салют. Сейчас идет у меня тут много работы незаконченной, поэтому сегодняшний видос будет такой в стиле лайф. Приехал знакомый на экскаваторе, сейчас занимаемся засыпкой, будем заниматься засыпкой вот этой ямы. Она изначально выкапывалась под фундамент для бани, но планы изменились. Дополнительно решил кинуть ветку дренажа, прокопали траншею вот такую, чтобы вода уходила с погреба дополнительно. Потому что эта яма является водосборником, и вся вода, которая не успевает уходить ниже, попадает в погреб. Кто-то скажет, что это было очевидно, да, я тоже знаю, но у нас, в принципе, зима мягкая. Там несколько кирпичей растрескалось, да и ладно. Поэтому сегодняшний день проведете вместе со мной. Так, сейчас еще нужно заложить трубу вентиляционную для погреба. Вот столько тут. Засыпать пока буду вот до сюда. Пока так. Решил малька, подумал, что здесь сейчас будем отсыпать, и трубе этой придет, мягко говоря, трындец. Грунта навозить много будет, через нее ездить машина, и скорее всего ее продавит. Решили вытащить, потом проще будет уже по месту копнуть на нужную глубину, уложить ее и засыпать, и все, и уже по ней никто ездить не будет. Грунт более лояльно уложится под дождями, и будет все нормально. То же самое с дренажом. Спокойно засыплю, уложу. Уложу, засыплю, и уже можно будет закапывать либо вручную, либо в следующий раз, когда приедем. Выдергивал трубу, поспешил, и раз труб не выдержал, лопнул. Но ничего страшного. Это вентиляция. Затяну хомутом, замажу герметиком, и будет нормально. А может быть, отпилю и вставлю ревизию. Это будет у меня последнее вот сюда колено. Поэтому думаю, ничего страшного не произойдет. Сейчас спокойно засыпает Саша. Может спокойно ездить, толкать. Не переживать, что в трубе придет капут.
надо насос подключить, отсосать воду. С одного удара бахну, нет? Ха, блядь. Вот топор. Чудо, а не топор. Аналог Фискарса, польский. Дешевле в разы. А рубит так же. Ну, либо сделайте сами. Так, включаем насос. Ну что, одна часть закрыта. Все. Теперь еще можно засыпать песком чуть-чуть, сантиметров 8, и грунтом засыпать. И на этом с дренажом будет покончено. Примите, тут немножко бетона, правда. Я говорю, ну ладно, везите. Вот бетон. И вот бетон немножко. Надо было сказать, немножко земли. Тогда бы как бы претензий не было бы. А так вот второй час выгребает это все. Но, правда, попадается деловой кирпич. Силикатный, правда, но, в принципе, насобирать на стеночку можно какую-нибудь. Если вдруг не хватит где-то что-то, чтобы не ездить в строительный магазин. Вот, пошел, поковырялся. Всегда тебя ждать будет.
Вон какая глыба. Ну, ФС-ком я, точнее, вот этим сваем я применение найду. Что здесь за макулатура? Справочник разведчика, что ли? Гидрометеостанция. Радиоэлектрончик, что ли? Для умелых рук. Ну, юный техник, мать твою. Токарная точность. Ну-ка, почитаем. Токарная точность — это для нас, да? Как против коррозии. А, нет, это как его изготавливать, да? Вода, беда, вода, спасение. Значит, бомба. Переносная горелка. Вот он, кладезь диайвайщиков. Ты техник берешь, делаешь, видос снимаешь, и вуаля, миллион просмотров. По итогу на разбор этой кучи и укладки фрагментов в свай ушло в районе 6 часов. Таким образом, получается, при стоимости ее в 1000 рублей обошлась она мне в 13. И вот в следующий раз думай, разворачивать самосвал с таким говном или нет. Я же с таким сталкиваюсь впервые. Ну и в последующем водитель должен был привезти 8-10 машин нормального грунта. По факту привез 3, но обещал в дальнейшем довести. Буду надеяться, что выполнит свое обещание. Хотя я планировал закончить за 1-2 дня эти работы. Сейчас идет планировка места под кузницу. Молот стоит под открытым небом, поэтому его необходимо уже все-таки куда-то пристроить. Для него я выбрал помещение, пристроенное к токарке. Поэтому в будущем на канале, помимо токарной работы, еще будут кузнечные. Но они будут в рамках развлекательного контента, не связанного с основной деятельностью. Кузница планируется небольшая, где-то в районе 20 квадратных метров, размером 6 на 3,5. Больше просто не могу выделить под нее. В этот день закончил работы с дренажом. Не до конца, правда, но так как грунта не хватило, поэтому спешить некуда. Также еще одной недоделкой — это теплица. Ее необходимо обклеить пленкой. Ну и показать видео вам. Ну что, дубль 2. Настал новый день. Сейчас будем работать с ФС-ками, с этими, с откусанными сваями. Пытаться их укладывать в виде подпорной стенки, чтобы грунт не сыпался на соседний участок, к соседям. Стоп! Стоп! Подними выше, блядь! Куда ты нахуй убрал? Все, опускай! Thank you.
такая стенка получилась. На глаз даже ровно. Все. Теперь засыпем аккуратно землей. Может, бетоном здесь немножечко заделаю, чтобы на первое время не шевелилось оно. И все, у них уклон в эту сторону они имеют. Там, правда, поровнее вышло, но вот эта часть прям четко вот сюда завалена. То есть грунт будет распирать, и он ее подвыровнет, либо не даст ей заваливаться наружу. То есть если даже и будет заваливаться, то будет вовнутрь заваливаться она. Все, те тоже, если будут крениться, мы их поправим экскаватором. Все, теперь ожидаю грунт. Обещали еще возить. Хороший грунт, кстати, привезли. По 1000 рублей принимал я. Прям четкий суглинок такой. О, очень хорошо трамбуется. И при этом не сильно воду задерживает. То есть будет хорошо фильтроваться. Трамбоваться, фильтроваться. И на этом уже можно будет закрыть эту тему с подсыпкой этого участка. В будущем здесь будет баня, когда разбогатею, потому что мыться есть где. Сейчас все силы и средства уходят на строительство мастерской. Параллельно веду строительство погреба, теплицы. Все это можете увидеть у меня на канале. В общем, поэтому поддержите, подпишитесь обязательно. Берегите себя, своих близких, и до новых встреч. Пока.